Расскажите сейчас, сейчас как раз есть возможность. Сейчас нет, у меня стены на это. Ну, это единственная возможность пока что. Будем ждать. Мы с вами в прошлый раз общались, и вы сказали, что вы не занимаетесь каперством, вы только рекламируете. Я не занимаюсь каперством, когда я занимался. У меня блогер. Скажите, а кто конкретно, какая букмекерская контора к вам обратилась? И как так, получилось, что в деле фигурируют два человека, которые отправляли деньги и якобы с ними потом не вышли на связь? Что не слышал? Можете... Но есть данные, что вы получали половину из этих денег. Это неправда? А повторите, что вы до этого сказали? Вы знали о факте мошенничества со стороны этой букмекерской конторы? Я вас не понимаю. Не понимаете? Ну вы знали о том, что они собирают деньги и занимаются мошенничеством?